Приветствую вас на канале Asmodee Play. Играем мы в Ассасина, не в простого, а вот за женщину. Итак, смотрите, какая очаровашка. Так, если вы думаете, что я смогу выговорить название, ошибаетесь, ведь я английский, увы, не знаю, и потом прочитать вам название в полной мере я не смогу. Ну, для сути не важно. Так, нам надо вниз. Мы же недавно с болот вернулись только. Давайте займемся. Ох, то я на пианино умею играть, что ли? Серьезно? Ну, я музыку отключил, потому что, чтобы не было авторских прав. Папа! Папа, вы напугали меня. Не хотел мешать. Твоя музыка завораживает. От нее замирает человеческое сердце. Да, не только человеческое, тебе скажу. Вы мне льстите, папа. Это заслуга моего учителя и композитора. Я лишь инструмент его воли. Как прекрасно иметь дочь, что использует талант во благо, а не бунтует на городских улицах. С тех пор, как прибыли испанцы, здесь столько беспорядков. Что ж, не буду отвлекать тебя от занятий. У меня лишь послание от месье Блана. Он просит помочь ему на складе. Когда сможешь. Прошу осторожнее в городе, на улицах опасно для девушки. Не беспокойтесь, папа. Постараюсь держаться. Я знаю, твоя грация и доброта защитит тебя даже не хуже брони, короче. Ладно. Все, поиграли. Кстати, Хитман тоже на некоторых инструментах играть умеет. Я помню, на пианино он хорошо играл. Аве Мария, если не ошибаюсь. Аве Мария. Да, и петь я тоже умею. Ага, не то. Прошу прощения. Так. Давайте. Узнать как можно больше про беспорядки. Сейчас люлей надаем. Три личины, господи, три личины. Вот так. Мучители, похитители! Мы требуем ответов. Так ты еще вопросы не задала. Свиньи неумытые, убирайтесь из своих домов. Сколько еще людей исчезнет? Прочь, или тебе будет не на что жаловаться. Так, защитить мирных жителей. На. Подожди. Вот так. На малышей напали. Ну ты-то куда? Довольно. Лежачего не бьют. Не злоупотребляй властью. Ладно. Отпусти. А теперь объясните, в чем дело? Люди начнут пропадать. Люди начали пропадать просто. Сегодня были, завтра нету. Вот мы и есть доказательства, что замешаны они. Как они приплыли, пропажи участились. Тут всегда было нелегко, но стало хуже. Криками делу не поможешь. Нужны доказательства. Как же их раздобыть? Я не знаю. Пока. Помощь от тебя. Я тебе помог, тебе только что били морду. Не надо тут загоняться-то, парниша. Так, это мое должно быть. Да ладно, не станите вы. Господи, уже бабы. Я баба, и тут не стану так. Так. Пардон. Давай, это будет теперь моим. Вот так. Тут там тоже, наверное, потом будет моим. Надо будет потом только открыть это дело. Господи, дыра в заборе. Я даже вмешиваться не буду.
какое-то правонарушение совершается, правда. Просто тут склад. И мне не нужны беспорядки. Всякие подозрения и тому подобное. Так. Почему ты наверху? А, наверху надо же помочь на складе. Что, тебе ящики перетащить? А, Авелин. А, Авелин, здравствуй. У меня сюрприз. Что скажешь? Я откуда знаю, что скажу? Для непосвященных это самый обычный склад. А вот для братства твой новый штат. Агаты обосновался на болотах. Но мы решили, что склад больше подойдет для деловых. Леди, слову, я слышал об этом. Блин, тварь. За этим столом ты сможешь управлять семейным торговым предприятием. Управлять семейным торговым предприятием. Так. Корабли у пристани. Спрос, предложение, что выбрать. Так. Список кораблей. Выбрать. Так, наведите указательно. Новый Орлеан. Так, а как тут? Так, когда Новый Орлеан выбран, выберите корабль Юпитер, нажав кнопку Юпитер. Так. Товары, покупка. Давай по максимуму. Все. Пустое место. Так, он все полностью забит. Так, нажмите кнопку «Отправить корабль» и отправьте нагруженный товаром корабль в другой порт. Хорошо. Отправить вот сюда. Все. Так, выходим. Блин, муторная система. Это твоя комната. Это хорошо. Здесь все, что нужно для переодевания. Здесь ты можешь спокойно переоблачиться и сменить личину. Наконец, самое важное, здесь хранится твое оружие и снаряжение. Понятно. Тебе нравится? Сойдет. Я в восторге. В таком случае я тебя оставлю, чтобы ты могла спокойно все осмотреть. Да я уж все осмотрел. И мне надо двигаться-то дальше. Господи, ты с чем это? Что за туалетный ёшик? Авелина, я смастерил тебе особый инструмент. Вот это давай. Зонтик? Спасибо, конечно, но... Allow me to, позволь, я покажу. Давай. See? Вот, elegant, изящно и смертельно, как моя госпожа. Just like my lady. Monsieur Blanc. Monsieur Blanc, you do вы видите меня насквозь. Right. Да, так, дело... So, так, business. Помнишь нашего конкурента месье Буше, того, что разбавлял вино? Он снова за старое заявил, что наш кафе вреден для нервов. Наш кофе. Он поставил палатку на рынке и у пристани и раздает им листовки. Падает у нас, и без того со средствами сейчас туговато. Все поняла, скоро он перестанет на нас клеветать. Вот это уже, так, нокаутируйте его, что ли. В лавке портного, так, в лавке оружейной доступны, новые, так, ага, оружейная лавка, портное, значит, лавка. У контрабандиста доступны новые предметы.
Так, убивайте свидетелей, чтобы снизить известность госпожи. Хорошо. Так. Нам для начала ням-ням нам тут что надо? Для начала что нам надо? Что нам надо здесь сейчас? Отойдите вы. Так. Эта штука так и есть заколочена. Не продается, не покупается. Это что за баррикада? Ладно. Люди, берущиеся из ниоткуда. Как будто окончание фильма «Лангольеры». Follow me. Идите за мной. Пойдем. Так, так, так. Куда ты меня ведешь? De Grand Prix Coffee! Produces hives about the face and causes fit men to walk with a limp! Avoid the primitive muck water! Drink fine East India tea! The elixir of gentlemen! What's the meaning of this? Что это значит? Не знаю, мадам, мне платят, чтобы я это говорил, я и читать-то не умею. I can't even read, I swear. Where is your employer? Где твой хозяин? At his warehouse. Да, у себя на складе, поди. Только не бейте. А, ты знаешь, что я умею бить? Тебе повезло, падла. Ну-ка, пойдем со мной. За каким-то хреном ты же нужен мне. А ты заступишься за мою честь. Так. Вот так. Пойдем, пойдем. Так, так, так. За мной. Подожди. Сейчас я закуплюсь. Ты, правда, исчезнешь уже. Ну что ж, с тобой сделаю. Так, улучшить комплекты. Конечно. Так. Что у нас есть? Так. Предмет взят в руку, использован. Так, порох и пули средние. Ну, вроде. А, одежда госпожи. Так. Вот этот цвет выберем. Да нет. Все. Эй. Эй! Тварь, тебе что, в зеленом только нравилось? Where did you get the nice hat? На. You were warned. Тварь. Оп. Ну-ка. Вот так. Господи, еще на меня нападают кого-то. Тварь. Додавили его. Орешки. Я ж звук скорлупы отсюда слышал. Так, убить охрану, целью убита, так. Ладно. Так.
Так, ну-ка, звук. Так, прицелиться в охранника и нажмите, чтобы выстрелить. Так, я что-то не понял, ну. А вот как. Так. Ну как-то так. Вот тебе и зонтик. Don't kill me. Не убивайте. Что вам нужно? Stop slandering the Grand Prix. Прекрати клеветать на Grand Prix. Close your deceptive booth. Уберите палатку. Уничтожьте листовки и принесите публичные извинения. Хорошо, я извинюсь, клянусь. What's this? Что это? Coffee? Кофе? И как самочувствие? Нервы? Чесотка? Itchy? All right, look. Ладно, слушайте, я в отчаянии, рабы бегут, я не могу их удержать, я теряю деньги каждый день, а весь капитал вложен в чай. Если все будут пить кофе, мне конец. Каждый, кто должен, держит рабов, заслуживает потерять их. Запомните на будущее, есть вещи страшнее, чем банкротство. Ладно, ладно, мэм. Вот так вот. А ведь мог бы тебя и по-другому распутать. Он больше не будет нас беспокоить. Да, он банкрот. Продает лавки. Хочешь расширить империю? А это идея. Выкуплю его долю, смогу платить его рабам жалование, а это путь к свободе. Это более мирный путь, чем то, как ты обычно обходишься. Буду вести учет доступных владений и скажу информаторам присматривать варианты, искать их. Спасибо, Жеральд. А я тебя козлом считал вообще-то. А ты, оказывается, хороший человек. Вот так вот. Вот так вот. Ладно. А что у нас там по плану? Это что, купил я? Ну вот, видите. Купил лавку. Мадемуазель. Так, мне переодеться бы. Я где-то вот отсюда же вышел. Или я здесь могу переодеться? Или не могу? Нет, не могу переодеться. Ладно. Так, мне пока надо в рабыню переодеться хотя бы. А то я не вижу, где что тут можно. Купить, прикупить. Я бы тут все бы скупил бы по-быстрому. Видите, даже не могу открыть здесь-то. Ладно. Ну? Жеральд, я слышала, рабы снова стали пропадать. Я думала, с этим покончено вместе с губернатором Абади. Но вот опять. И не только рабы, но и просто бедные работники. Куда они пропадают? Поговорю с информаторами. Нет, я узнаю сама. Мне нужна помощь. Сейчас. Может быть, тебе начать с сандажа в этот раз? Да, эту задачу на заднем названном вечере. Когда будешь готова, разыщи меня у пристани. Покажу короткий путь. Окей, на. Так. Когда буду использовать личину ассасина. Хорошо.
Так, я не понял, а чего не так-то? Я хочу это видеть, почему меня... Вот она. Как она переодевается, я бы хотел бы это видеть, блин, вот так вот. Все самое интересное, нифига не показали. Ладно. Ну, как бы то ни было. О, сейчас, кстати, мы сможем это... Открыть нахрен все вот эти. Сколько можно? Так. Вот для начала в первую же очередь. Это, естественно, вот здесь. А то живешь, не знаешь где. Тем более это мой склад, и как вообще тут кто-то должен и может настучать на меня. Тут только я могу указывать. Так, эти склады, все это. Еще корабль приплывет, денег привезет. Так, а если много кораблей купить? Ну, это ладно, это потом. Оп. Так, это штаб-квартира ассасина. Так, это вот оружие, как я понимаю. Отойди. Сесть на корабль, идущий в дельту. Так, малое оружие. Вау, там опорик. Давай, конечно, тут одни плюсы. Так. Так. Ну, здесь, конечно, тоже минусы, но для коллекции я его возьму. Чтоб красивенько. Так-то вот этим буду пользоваться. Обычное оружие. Так, у вас так взят в руку, используем. Так, ну, купить. Или что, или нахрен мне не надо. Вот, то есть. Вот это минус, минус, только урон плюс 2. Скорости комбо убийства. Ну, вообще-то, кстати, можно взять. Так. Ладно, давай. Для коллекции только если. Предмет взят в руку. Боеприпасы. Так. Пистолеты. Лавка. Что-то я не понимаю, не могу, что за лавка. Урон в дальнем бою. Ну, а сейчас вот этот стоит. 2-2-4. Ну ладно. Вот этот буду все равно использовать. Ну, вроде как у меня все есть. Хорошо, ладно. Подождите, не спешите. Где тут? Купили. Так.
Улучшение лавки. Ну ладно. Отправляемся, значит. Значит, мы уплываем отсюда. Подождите, подождите. Да стойте вы. Перед тем, как мы куда-то поплывем, дайте ко мне сюда. Так. Блин, да стой ты. Вперед. Давай, орлиному гнезду. Еще немножко осталось. Вот так. Посмотрим порт. А, блин, да что там, кто берег-то поставил? Я думал, там вода. Ну да и ладно. От нас не убыло. Местность открыта. Так. Это где-то наверху или где-то здесь? Понятненько. Сюда. Только не говори, что мне за ней бежать надо. А нет. Не пришлось бежать. Вот. Порох, правда, должен был отсыреть у меня. Ну ничего, мы этого не боимся. У нас же гномы оружие делали, поэтому оно будет стрелять в любом случае. Подождите, вот еще листочек где-то. Ah, Evelyn, simply come here when you need to travel out of town. The business will cover any expense. Сейчас, подождите, я соберу его. Это что-то так, что-то от матери, это собиралки какие-то. Единственные собиралки, которые мне нравятся в Ассасине, это пиратах Блэк этот, кто там, короче, черные паруса. Вот они только, потому что там, ну, действительно интересно собирать. А эти, это просто убийство времени, я не знаю, как называйте, как хотите. Опа! Давай, давай. Сесть на корабль. Сейчас сядем. Так. Смертоно, так, расширив затруднение, угрожающие делам ее отца, Эвелина отправляется раскрыть правду о таинственных исчезновениях рабов и бродяг. Я думал, покончено с рабами. Так, ладно. Мы здесь уже когда-то были. Правильно? Ну-ка. Давайте-ка я посмотрю на карту. Это дерево, которое хрен пойми, как надо. Ну.
Все, опять на болото, короче, нас. Кстати, пока день. Можно посмотреть это дерево, действительно. Mm-hmm. Так. Господи. Могла бы и не нырять в таком, с такого-то расстояния. Что же делать мне с тобой, с этой бедой? У тебя небесный запах цвета золотой. Так, куда ж? Что мне с тобой делать-то, нах? Как на твои ветки забраться? Какое-то специальное приспособление должно быть у меня. Да нет, подожди. Опа. Опа. Подождите. Так, ты меня дальше туда тоже никак. Нет. Это, видимо, может, у меня еще чего-то нету пока. Ну, как бы то ни было. Давай. Шакрен. Шакрен. Ой, нет, Шакрен, это же этот. Это же орк из книжки. Бегом. Б. Тоже витаминка. Так, здесь мне ничего не надо. Так. Там переодеться. Смысла нет. Ты мне не поможешь, да? Ладно. А здесь вроде и охраны-то нету. Вот этих вояк. Этих недописелей. Опа. Давай, рассказывай. Травник. Авелин. Авелина, что тревожит тебя? Снова исчезают люди. Я расследую это дело. Здесь кто-нибудь пропадал? Возможно, что да, но здесь столько останавливаются и идут дальше. Не всегда скажешь, что куда ушел Элизавет. Мой друг. Нанимает многих. Она может знать больше. Возможно. Я чувствую большие перемены. Ты встретишь сильных врагов. Вот, возьми это. Я использую новый яд. Он мгновенно вызывает у жертвы истерику. Благодарю тебя, почтенный. Ну, истерика. Ну, хрен сам, истерика, истерика. Вот я быстро добираюсь, да. Ну, рассказывай. Авелина, девочка, где ты была? Без тебя болото не то. Аллигаторы распоясались. Ох, знаешь, папина дело. Клакоравры и там что-то еще. Как я скучала по воздуху, да и ты здесь, в воздухе пахнет дракой. Дерьмом там пахнет до газа. Да, дракой тоже. Слушай, хорошо, что ты здесь. Я тут видела кое-что на днях. Говорю тебе, Элиза, крошка, что-то тут не так. Повозы со странным грузом, людьми, с десятками людей. Куда направлялись?
Не знаю, но знаю откуда. Из форта. Покажешь, где это? Боялась, ты не спросишь. Встретимся завтра, я покажу тебе на карте. Хорошо. A carriage just passed. Только we что прошел фургон. Перехватим на повороте. Ой-ой. Ну, пойдем. Перехватить конвой. Блин, тут еще и листочек этот. А все равно, блин, не хотел, хотел обойти. Так, подожди. Вот я, берсерка. Уж он-то мне поможет. Так, как мне наверх забраться? Так. Не получается, да? Ну, видно же, что поверху можно. Так. Ладно. Да. Вот теперь валите своего же капитана. Хоп. Давай. А я вроде как тут и ни при чем. Все, ну ладно, теперь могу и я выступить. Now for a taste of Spanish pain. Да. Блин, вот так вот. I recognize these people. Some of them are working for me. Кое-кто из них там кто-то что-то. Крис. Одно слово. Лиза, а что ты тут делаешь? Like? На что похоже? Тебя спасаю. От чего? От работы? Freedom? От свободы? Что-то these мне эти цепи свободы не пахнут. Временные миры с прошлого рейса многие избежали, не заплатив. Нас отпустят, как доберемся до места. И эти условия... Лиза, меня все смущает, но я проживу подольше, увижу юг свободным. Что-то не верится. Кристоф, я обещаю, мы во всем разберемся. Надо осмотреть форт, пока железо горячо. Гарнизон в городе, там мало кто остался. Но хорошая мысль. Лады, я разведаю, встретимся на мосту. И Кристоф, не лезь в неприятности. Это наша работа. Угу, спасибо. Thanks. Вот ты дебил. Тебе напили что-то хорошо. Так. Так. Вон оно, с другой стороны. Подождите. Подождите. Давайте. Оплывем это. Это, наверное, так и задумано, чтобы люди мудохтались тут, плавали.
О. Ну да, так и задумано, чтобы вот оббегали все вот это. Ладно, как бы то ни было. Ой. Подожди, дед пердед. Я закупиться хочу у тебя. Так, давай, сначала малое оружие. Что ты мне можешь предложить? Так, использован. Предмет взят в руки. Так, этот предмет у вас есть. Припасы. Ну вот, если только. Я вроде сумки брал. Подожди. Зачем они мне, правда, я не знаю. Эти карманные часы. Ну ладно, есть и есть. Лишними не будут. Давай. Так, а куда я, собственно говоря, иду? Да нет, выходи, выходи. О, у меня сейчас ружье будет на халяву. Вперед. Ну. Я с ружьем пришел. Ружье забрали. Так, это наш шанс. Заправляемся. Заправляемся. Там выше него никого нет. Думаю, справимся. Тут одна загвоздка. Что испанцам надо от людей Сан-Джарса? Почему они? Почему сейчас? Надо сказать, испанцы здесь уже не первый раз воду мутят. Уж я знаю, первый раз там был заговор губернатор, еще поставлял рабов на какое-то тайное предприятие, и я думаю, с этим все разобрались. Ну так сейчас разберемся. Уничтожить охранников, не дав себя обнаружить. Блин. Как моя известность растет, пипец. Иди, иди сюда. Лостер. Опа. Ну. Так, что ты за меня закопался? Блин. Так, надо поменять. Не свистишь? На! А мне их всех надо уничтожать? Или можно не всех? Еще там наверху один, блин. Давай, иди сюда. О. На.
А где-то он наверху. А, нет. Так, тогда подождите. Оп, все. Сделали все красиво. Теперь здесь. Ба! Вау, ты неплохо стреляешь. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну ты куда, малыш? Блин, а мне вот его действительно догонять надо. Давай! Да. Вот так. I suppose interrogations. Я так понимаю, допрашивать теперь некого. Правда, можно узнать и быстрее. Ты думаешь, я с ним сюсюкаться буду? Так, а тут, ага, тут нету ничего. Ладно. Оп. Вот тебе и Ямакаси. Ясинаси. Does this mean we don't get aboard the workship? За корабль workship? Не повезут корабль? Where is this workship bound? Away from this wretched colony. Отсюда и навсегда. Вот что главное. All right, everybody else. Ясно всем. Come with me. Вон, пошли отсюда. I'm going to die in this так я здесь не подохну, значит, в этой гребаной яме. Авлина. Авелина, советую тебе исчезнуть, а то еще благодарности я гребешь. Я провожу их обратно в Сандаджи. Идиоты. Почему они такие идиоты, блин? Их на бой не везут. Запись восп... Так, будучи уверены, что за исчезновение в Новом Орлеане стоит губернатор Уильяма, Авелина проводит в действие, приводит в действие свой план, чтобы выманить его из Лабалис, который он редко покидает. Ну, хорошо, давай. План это лучше, чем никакого плана вообще. Заходим. Ну? Авелина, ты расстроена? Что ты выяснила? Слишком много и слишком мало. За похищенными стоят испанцы, но похищенные, кажется, хотят, чтобы их похитили, увезли, не знаю куда. Наверное, приказ поступил прямо от губернатора Уоля. Может, поэтому этот господин прячется в Лабалис, а в городе нос высунуть боится. Чего он на самом деле добивается? Не знаю, но выясню. Это будет легко сделать, пока он сидит. Я его выманю и заставлю ответить. Допрос — это для тебя необычно. А тут ничего необычного нет. Ладно, тогда давай используем это необычно и спланируем действия. Этот испанский губернатор наложил столько ограничений на торговлю, что даже плантаторы ждут только повода для бунта. Если я смешаюсь, такой повода будет. Так. Единственное, что я понял, мне сумки надо проверить. Что-то, мне кажется, не те сумки я дел. Использую. Так, идите к месту мятежа. Так, давай. Что вы бунтуете-то? Так. Не понимаю, что вы бунтуете? Чего вам не хватает? Либерацию! Так. Ага, что-то про Испанию. Mantenga la posición.
хотят, чтобы испанцы свалили, или что? Так, начать мятеж, и как я его начну? Так, минутку. Так. И вот здесь вот. Many of us are ready to riot. Давайте, давайте. Вы можете пытаться поднять мятеж, так? Вау! Вот и мятеж. Я получил весьма любопытные сведения о доставке пороха. Отвезут к городской заставе, если мы не перехватим его. Я не в том наряде. Есть время переодеться? Да, бери свое подлинное облачение, оружие и идем вместе. Ты со мной? Это может оказаться опасно. Да, ведь надо же кому-то показывать дорогу. Dressed like that? В таком виде? Жерард, я... Эвелина, видишь ли, я не брезгую марать руки. Почему все веселье тебе одной? Я не знала, что ты... Я знаю, что ты думаешь. Блан благоразумный, Блан зануда, но я не просто клерк, Эвелина. Хорошо, ты еще проводник, настоящий Вергилий. Я даже не знаю. Так, использовать личину ассасина. Использовать личину ассасина. Давай. Интересно, почему я заработал себе вот эту известность на раз-два, блин? За что? Как? Вот личина ассасина. Ну да, вот ассасина-то она очень даже красивая. Что бы кто ни говорил. Так, ну-ка давайте-ка попробуем снизить свою известность. Где-то тут, ага. А, подождите-ка. Да подождите. Я всего лишь вот хочу бумажку забрать. Разве это плохо? И здесь вот бумажку забрать. Где? Где бумажка? Вот она. Так и не увидишь сразу ее. Так, а на меня-то что, не распространяется, нет? Плохо. Так, ладно. Я думал, вообще-то я свою популярность-то, известность снимаю. Так, отойди. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот, кстати, продажный глашатай мне. If you have enough money. И тут где-то был еще. Вам деньги не нужны. Понять вас не могу. There is the carriage. Так, вот и фургон. Ты знаешь, как обращаться со стражей. Я подожду тут. Уничтожьте охранников, не дав себя обнаружить. Уничтожьте охранников. Хорошо тебе говорить. Давай. На. И...
На. Давай сюда. Так. А теперь поменяем яд. На. И обратно. Хоп. Так. Похитить фургон. Подождите, тут... Могу купить сейчас? Могу. Купил. Подождите, подождите. Мне же еще надо открыть местность. Разве может благородная девушка, такая как я, ходить незнамо где? Давай, давай, давай. Опа. А в целом ассасине мне этому пришлось учиться. А тут она уже сразу умеет. Уже обученная. Так, так, так. Минутку. Вот что мне надо сбегать, купить. Вот сюда. Да, отцепись. Сейчас мы. Вот что мне надо купить. Так, улучшить. Так, предмет взят в руки. Порох и пули. Малый комплект. Так, порох и пули. Средний комплект. Дымовые бомбы. Средний комплект. Понять не могу, что у него. Предмет взят в руки, взят в руки. Ладно. Может, я что-то не догоняю. Ну, по крайней мере, сюда что-то мы точно, точно зайдем. Пополним боезапасы свои. Так, малое оружие. Нет. Так. Купили. Купили. Все. Уходим. Вот теперь можно и фургон тырить. Оп. А здесь никого и нету, да? А почему? А потому что я постарался. Они крадут наш порох. Хватай их, хватай. Скорей. По бочкам-то не стреляйте. Вы что, дебилы? Не должно остаться так. Понятно, лучше вести фургон аккуратно. Turn right here. Left, left, left. That was close. You want the ring? Right, right. Right, right. Хорошо, хорошо. Turn right again. Hold on to your hat. Давай, 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 давай. I'm not wearing one. Straight ahead. Go left. No. Я бы знал бы, куда нам ехать еще. Turn right. No. Go left. Go left. Блин. Left at the next intersection. Я ненавижу гонки. Ненавижу. Go left. I can't. А на этой колеснице тем более. What now? Now. On the horse. Now. What? Прыгай.
Ты вот умный, конечно, человек. О, блин. Жив. Ты вроде в трон не успел нырнуть. Так. Спасти мятежников. Сейчас спасем. Всех спасем. Мне выбраться. На помощь. Спасите. Подождите. У. Нажмите У перед атакой врага, чтобы контратаковать. Вот так вот. На. Вот так. А как-то перезарядить? Можно пистолеты или их не надо перезаряжать вообще? Ладно. Идем. Как бы то ни было. Пистолет у меня хороший, кстати. Мерси! 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 Мне что твое мерси-то? Блин. Well, I think we got their attention. Мы привлекли. A terrible waste of wine. Это было, ты молодец, испанское вино, только попы мыть. Now, так, полы мыть можно. I suggest we... Так, мне кажется, стоит обсудить стратегию в штабе. Strategize. Ну, enough неплохо. Тебе хватит веселиться на сегодня. Yes. Да, I думаю, мне вполне достаточно. Nicely. Благодарю. Thank you. О, может, он и трус? Ну как, и ни хрена не умеет. Ну, трус не трус, я имел в виду как бы по-другому. Что за себя не может постоять. Что-то в этом роде. Так. Продажный чиновник. Продажный чиновник. Нормально, пока тут что-то вроде как открыли город-то с этой стороны, вот с этой стороны только теперь открывать надо. Ладно, хочу одну штуку попробовать, все-таки эти корабли купить и попробовать все их отправить. Это, конечно, должно стоить очень много денег. Ну, у меня пока они есть, можно попробовать очень крутую аферу. Рассказывай. Авелина, чтобы выманить Ульфа, нужно ударить испанцев по больному месту, по флоту. Тут пришвартованы два корабля, если с ними что-нибудь случится, Ульфа не сможет просить просто промолчать. Хорошо, я все поняла. Давай. Где эти корабли-то? А, так они недалеко. Подождите. Это облегчает. Понятненько. Да слезь ты, господи. Кстати, на тебя внимания не обращают, но рабыню бы уже давно бы подозрения все косились бы и уже преследовали бы толпой ее за один прыжок. Оп. Блин. Сюда. Появились из ниоткуда. Так. Давайте-ка я вас все равно уничтожу.
Вот так. Что? Я так понимаю, вам не до меня, да? Ну что я могу сделать? Прошу прощения. Тихо вы, что вы женщину ни разу не видели, что ли? Разорвались. Так, по бокам их можно сдернуть. Не, не вздернуть. Сдернуть с борта. Или мне вообще туда не надо? Нет, да должен. Все равно надо, наверное. Блин, там лодка была, я так понимаю, надо было. Да. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Подожди. На. Вот так. Ой, тебе сейчас не до меня будет. Че, обоих завалил? Какой ты молодец. Так. Взаимодействовать. Теперь вы меня узнаете, капитан? Нет. Фурия, ведьма, медуза. Тихо, тихо. Хватайте ее, живо. Ну, не советую вам со мной драться. На. Подожди. Вот так. Добей. И... На. О. Подожди. Капитан. Иди сюда, тварь. Умоляю, пощадите, больше не беспокою, я даже не пив брошу. И никаких баб, клянусь, в церковь пойду, не убивайте. Ой, да ладно. Все твои, стой, только мне уйти. You mistake me for your judge and executioner, brother брат. Save yourself. Спасайся, если он не лишил тебя разума. Так, покиньте область и станьте инкогнито. Ну, это без проблем.
С этим у нас проблем нет. Области мы покидаем очень стремительно. Вот и все. Ну вот и все, да? Или еще есть корабль? Так, ладно. Как бы то ни было. Нам надо через магазин проходить. Ох, а можно было что, его не убивать, что ли, там? Оп. Эй, оп. Так. Это нет. Это маленько не так. Блин. Где магазин? Вау. Продажный кто-то тут. Every man has a price. Так. Ой. Прошу прощения, что побеспокоил вас в столь поздний час. Так. Так, куда мне? Ага. Это что у нас? Конкуренты? Ну, зайти можно, конечно, только мне они сейчас ударом не нужны. Идем на задний двор. Туда. My students. Ученица, ты видела, сколько паники подняли по станции. У меня есть план, но действовать надо быстро. За новым заданием иди на... Иди на кладбище. Это мой последний плот. Плот в городе. Ну что ж, я думаю, на этом все. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Ну, увидимся в следующем видео. Пока.